Hola, amigas! Сегодня мы хотим записать реакцию на видео. Я так понимаю, это ваша знаменитая, наверное, мексиканская дама. Называется ее блог «От ранчо до кухни». Вот. Это нам Миша порекомендовал. Говорит, что это самая очень такая популярная женщина. Вот мы сейчас посмотрим и этот самое, и, ну, как бы посмотрим, как живет в сельской местности. Я так понимаю, она, наверное, живет в сельской местности, на ранчо, раз так у нее блог называется. Вот. И Миша нам сказал, чтобы мы попробовали что-нибудь из ее рецептов приготовить на нашей кухне. Не знаю, что из этого получится. Ну, давайте для начала мы хотя бы познакомимся с этой дамой и посмотрим, что она готовит. Hola, amigos. Pues aquí estoy otro día más. Вот. Aquí estoy preparando unas tortillas, pero ahorita llegó mi hijo de por allá. Конечно, мы не очень понимаем, тут она говорит. Que aquí le llamamos tecolote. На мексиканском языке, на испанском, да? Вот что она в руках держит? Что-то такое. Para guisarlo y para que vean cómo se guisa. Espero les guste. Aquí les voy a presentar esta receta. Espero y les guste, como lo voy a preparar. Не знаю. Но мы потом под видео посмотрим, из чего она что готовит. Picarlo bien picadito. Picadito. Luego que ya está picadito. Может, капуста? Voy a guisar. Не знаю. Что-то интересное, черно с белым, что-то такое. Ну, я думаю, у нас такого, наверное, нет. Я ребане, ahora voy a ponerle un poquito de aceite. Так что нам придется все адаптировать под свои продукты, придумывать, чем бы можно было бы заменить. Так, ну, лук-то вот точно, масло, лук, это все понятно. Теперь вот она жарит что-то. А может, это что-то типа грибов? Что-то такое интересное. Вот по виду похоже. Я говорю, на грибы. Мы тут вчера грибы готовили, так вот похоже на грибы. Mientras de que se cose un poquito, voy a rebanar el jitomate para ponérselo ahí. Voy a ponerle cebolla, chile. Ya lo ahorita que esté tantito, se lo voy a poner. Думаю, да. Лук и чили, перец. Знаете, прямо с зернышками. Томаты, да. Чили, la cebolla que piqué. Так, вот все это обжаривает. Ahora lo vamos a dejar. Otros 5 minutos para que se cosa bien y esté rico y sabroso, como se dice aquí en el rancho. Bueno, como ya está aquí el tecolote, como la llamamos aquí en el rancho, me voy a echar un taquito y como aquí en el rancho no bastan los frijolitos, aquí tengo la olla para comer. Voy a ver qué tan rico me quedó. Y все. Bien rico. Вот так вот. Вкусняшку приготовила. Mi gente bonita, yo espero que les haya gustado estos guisados que les que preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. Понятно, молодец. Что-то интересное, да? Давай посмотрим, что она такое готовила. Трюфель. Господи. Мексиканский. Или кукуруза. Это какой-то особый вид кукурузы, что ли? Давай на картинку глянем. Мексиканский трюфель. Я же говорю, на грибы похоже, а трюфель это грибы. Да, это какой-то сорт кукурузы. Сорт кукурузы, но какой-то очень странный. Пугающий. Да. Что-то такое, что-то испорченное, да? Да. Да, выглядит так. Выглядит, да, уж так себе. Своеобразно. Ну, давай посмотрим следующее. Ух! Это у нас хозяйство, наверное, показывает. Ну-ка. Hola, mi gente. Bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un sabroso pollo enchilado. Voy a dorar dos chiles pasillas, como le llamamos aquí en mi rancho. Y siete guajillos. Это чили, перец. Что она его обжаривает, да? И no los vayan a dejar mucho dorar, porque se les amarga el chile.
Poquito нада más que pasen por el aceite. Обжарила. Dos jitomates. También voy a dorar dos dientes de ajo, dos jitomates y una rebanada de cebolla. Помидоры. También voy a dorar un puñito de pimienta negra, pimienta chica y un puñito de clavos. Приправа, да, специфика. Le voy a agregar aquí ahorita que esté dorado. Может, она потом в других видео эти рецептуры внизу может напишет. Ну, знаю. Так, водичку. У меня же посуда глиняная. Вот, le voy a agregar aquí. Так. И обратно. И томаты. Да, теперь воду. Все это будет парить. Цебоя и лов. Чили. О, сколько все чили. Все вместе, да? Ya no vamos a esperar a que se cosa bien. Острое, какой-то para такой hacer своеобразный pollo. Вкус. Ну, мы же готовили. Ты посмотри, дождь идет у них. Вот мне всегда нравилось, вот когда все так, когда готовится все так естественно. Bueno, pues el chile ya estuvo. Ahorita lo voy a quitar para que se vaya enfriando un poquito. Как в старину, да? И voy a poner el pollo a que se dore un poquito. Ноги куриные. Или вся, всю курицу разделала. Ага, курицу разделала. Ahora le voy a poner un poco de sal. Y lo voy a dejar que se dore un poquito. Похоже. Bueno, pues el pollo ya casi está listo. Ahora voy a moler el chile. Видишь, теперь все будет в блендер и все это перемалывать. Le voy a poner un poquito de sal. Так. Оп. Сейчас все будет в пюре превратиться. Так, курочка обжаривается. El pollo ya está listo, ahora le vamos a agregar. Вот тебе видишь, соусом все заливает. Он какой густой получился. Ahora le voy a poner poquita agua. И остаточку. Все в дело. Para que esté. Y aquí lo vamos a dejar hasta que el pollo esté bien cocido. Потушится. Bueno, amigos, como ya estuvo el pollo enchilado, me voy a servir una pierna. Рис, кукурузка, он лежит. Уже готовая, да? Да. Con так. Poquito arroz blanco que preparé. Este arroz yo lo preparo aquí en mi rancho para las fiestas. Рис. Más adelante les voy a enseñar cómo se prepara. Lo voy a probar. А, вон как она показывает, как они кушают. Mmm, qué sabroso está. Bueno, amigos, les espero que les haya gustado el pollito enchilado que les preparé con mucho cariño. Ну, они всё разные бывают. De mi rancho a tu cocina. Ну, это уже более похоже, можно сообразить, ну, да, что готовится. Там все такое, ну, более знакомое. Знакомое, да, да, можно готовить. Ну что, еще одно посмотрим? Да, да. Давай еще одно маленькое посмотрим видео. Курочки. Угу. Вот теперь, видишь, сельская местность. Hola, mi gente. Bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un chicharrón. Con chile verde. Chicharrón. Van a ver cómo lo voy a preparar, les va a encantar. Это что такое? Что-то приготовлено, что ли? Voy a poner asar estos посмотри, tomates. У них в ходу зеленые помидоры, а у нас их не едят, у нас их только маринуют, солят. Она их просто это кладет, она их этот самый как бы опарит, они у нее как бы обжарятся, или как сказать-то? Aquí van a quedar bien asaditos, lo que ya estén bien asados, vamos a molerlos. На печке. Ya que están bien asaditos, вот, los voy все. A sacar. Вот у нас зеленые помидоры в ход не Ahora идет. Ya está listo, lo voy a quitar las patitas para ponerlo a moler. Так, чего она там кладет? Закрыла блендером, не видно.
Перчик. Перец, чили, наверное. Так оно все что по... Что было. По... А, поняла. Угу. Посолить. Повитовый сад. Водичка. И зеленушка. Это, наверное, кинза. Они ее любят. И покито силантро. И lo vamos a moler. Pero como ya estuvo el chile molido, ahora tengo aquí una cazuelita de barro que voy a curar para poderla poner al comal. Mi mamá sí me enseñó a curarlas con un ajo. Ya estando curada, bien curadita, la voy a poner al comal. Nada más le voy a untar el ajo por todas partes, por fuera, hasta que se me termine el ajo y ya va a estar lista para ponerla en la lumbre. Como ya está, ustedes ven, ya está bien curada, la voy a poner al comal y le voy a poner un poquito de aceite. Ya que se calentó la cazuela, le voy a poner una rebanada de cebolla. Ahora le voy a poner el chile. Voy a probarla hasta bueno de sal. Le voy a agregar poquita sal, que le falta poquita. Ahora vamos a dejar que hierva bien hervido. Ya que está hirviendo el chile, le vamos a agregar chicharrón. Может это, знаешь, блин, обжаренная куриная кожа. Un poquito. Хотя я не уверена, может это что-то сдобное. Нет, не похоже. На что, на сдобу или на куриную кожу? Мне кажется, это, наверное... con la salsa. Ahora vamos a dejar que llegue un poquito. Это, наверное, эти шкурки, может, свиные шкурки. Bueno, como ya ven, ustedes ven, ya está lindo. Ahora lo vamos a sacar. Ну, сало вытопили, а шкурки остались. Вот похоже на такое. Просто у них там курочки, vean, поэтому это положили штуковину. Ничего, тесто готово. Видишь, она, наверное, каждое утро. Это, у них же они не пекут хлеб, как у нас, а лепешками. Ahora voy a hacer unas tortitas ya para ponernos a almorzar. Ahora, como ya está listo el almuerzo, voy a servir un poquito chicharrón. Chicharrón. Надо будет почитать, что такое чичарон. Que miren nomás qué ricos están. Так, у нее еще, да. Bueno, vamos a almorzar. Лепешки. Только что приготовила, только что скушала. Удобно. Да. Qué bueno, rico. Espero les haya gustado este charroncito con chile, en chile verde, con frijoles calientitos, de mi rancho a su cocina. Это, ей надо этот, как его, типа кафе, что ли, открыть при доме, да? Но... Она вон какими порциями готовит, большими. Так что, может, даже, скорее всего, она еще кого-то кормит. Да, чичарон, зеленый соус. Да. Что это за блюдо такое? Жареная свиная шкурка. Вот да, я так и подумала, свиная. Угу. Понятно. Ну, значит, они держат и свиней, и этот самый, шкурки остаются от этого. Ну, мы ведь можем узнать, кто у них там еще обитает в будущих видео, посмотреть все, что есть на канале. Видео там много еще, видишь, вот есть еще что-то. Ну, ладно. Так что вот, будем изучать и смотреть рецепты более-менее с продуктами, которые нам знакомы. И которые мы можем найти у себя в магазине и попробуем приготовить. Так что можете нам посоветовать, какие лучше видео с этого блога этой мексиканской женщины. Конечно, меня, например, это ее блог впечатлил чем? Что у нее все натуральное. Прям вот пошла на грядку, сняла там, или у нее тут курочки бегают, яйца взяла, там еще что-то, тут же свеженькое берет и тут же, как говорится, готовит. И все вкусно.
вкуснятинку такую. И мне вот что нравится, импонирует мне, что у нее это все в натуральном виде, вот прям на печке. У нас-то такого нет. Вот если бы я жила бы в своем доме, может быть, у меня тоже была бы какая-нибудь такая летняя кухонка, и, может быть, я бы тоже там на огне что-нибудь готовила. Вот. Да? Да. А ты как думаешь? Да. Понравилось тебе видео? Да, интересно. Да, интересно. Как готовят прям на свежем воздухе. Вот она такая... Все как-то вот раньше я смотрела видео, они такие все в доме, на кухне, вот в обычной как бы квартире. А это самое... А здесь вот такое впечатление, что у нее этот, какая-то летняя кухонка такая, потому что там через эти стенки даже улицу видно. Наверное, такая что-то летняя такая кухонка с печечкой. Вот, очень интересно. Так что... Что-нибудь нам рекомендуйте. Мы... Знаешь, да. Поставьте там 5000 лайков. И мы посмотрим еще 4 штучки видео. Интересно что-то. Продолжим смотреть по вашим запросам. Запросам, да. Вот дочь что предлагает. Да. Так что ставьте лайки. А мы будем на них ориентироваться, какие нам лучше видео посмотреть. Чтобы мы понимали, вам понравилось, ну, как мы обозреваем канал. Да, как мы смотрим видео, эти просмотры. Вот. И мы, согласно вашим пожеланиям, будем смотреть эти видео. Вот. Чао!